серьезно. Я прошел. Хорош, хорош. Я знаю, что не сольешь. Я прошел. Че, теперь автокатабав, да? Автокатабав. Не, я не думаю, что стоит Ocular Miracle проходить. Мне Spiritex его не рекомендовал проходить категорически. Почему? Потому что там, во-первых, там некоторые баги не фикснуты, которые фикснуты во всех трех частях. Там где-то отличается геймплей, чуток. Ну, допустим, на дропе, после Metal Face, там клик один, вот прям жестко отличается, и, блин, мне вот переучивать придется. Ну ладно, я прошел Diligence, в принципе. Все три части пройдены. Glor Miracle. Это самая сложная часть, она мне сложнее всего далась так-то, лол. И дольше всего я ее проходил. Ну да, и 3 из 3. 512. 512 оригинал. 2608. Ну да. Это у нас получается 3220. А, нет, 3120. Да, больше всего попыток на эту часть ушло. Ладно.